Уважаемые друзья, дорогая аудитория, Толстой – человек вселенная, поэтому, конечно, и в большой цикл, в систему лекций его вместить, и тем более в один короткий разговор – это примерно то же самое, что попытаться солнце нарисовать в миниатюре. Но, тем не менее, несколько страниц я предлагаю пролистать. Конечно, нужно сразу сказать, что Казанский университет обречен быть, в хорошем смысле слова, все время в дуэте и в диалоге с Львом Николаевичем Толстым. Казанский университет – сердце нашего города, а Казань – это город, где не просто бывал или жил гений Льва Николаевича Толстого, это еще его духовная колыбель, это то место, уже сегодня много об этом говорили, благодаря которому Лев Толстой сложился как поликультурный мыслитель. Уникальность нашего края в том, что здесь все время в диалоге и никогда в противостоянии не находились, а все время были в диалоге самые разные религии, культуры, взгляды, убеждения. Лев Толстой находился в зените, когда творческой славы своей, был в постоянном диалоге с восточной культурой и с золотым веком татарской литературы. Достаточно вспомнить уже прозвучавшую сегодня его повесть «Хаджи Мурат». Лев Толстой на закате уже своего пути в литературе очень интересовался буддизмом, и об этом мы еще тоже сегодня с вами вспомним. Толстой действительно человек вселенная, и, как я сказал, можно пролистать лишь несколько страниц. Мне показалось интересным не брать хрестоматийные факты, просто биография Льва Толстого, связанная с Казанью, а остановиться на таком, к сожалению, сейчас забытом моменте, как восприятие Льва Николаевича Толстого казанским литературоведением и казанской критикой конца XIX – начала XX века. К настоящему времени, а мы с вами уже находимся в 21-м столетии, конечно, литература о творчестве, о жизни Толстого – это огромная, тоже своя уникальная вселенная. Но никогда, говоря о расцветшей вселенной, нельзя забывать те истоки, откуда она пошла. И вот как раз казанская наука, казанская критика уникальна. Страница первая. Александр Сергеевич Рождествен. Очень интересный педагог, богослов, философ, директор Казанской мужской гимназии. Почему именно с него хотелось бы начать? Он, казалось бы, не очень широко известный общественности России деятель, рискнул поспорить с очень популярной, сложившейся в Серебряном веке теорией, согласно которой Толстой и Достоевский – это люди прямо противоположных устремлений. Автором этой концепции был тогда модный, а потом общепризнанный писатель, критик известный, философ Серебряного века Дмитрий Сергеевич Мережковский. Мережковский утверждал, что если Достоевский – это истинный писатель-христианин, то Толстой – это плоть, это язычник, это человек, который, пытаясь говорить о религии, все равно нацелен на то, чтобы ее переосмыслить и даже разрушить. Рождествен, выпускник духовной семинарии, в корне с этим был не согласен. Начну с одной очень красивой цитаты. Сегодня уже и прозвучала совершенно справедливая мысль о том, что Толстой и Достоевский прежде всего и известны из российских писателей Западу. Так вот, Рождествен начинает с одной очень красивой метафоры. Он говорит о том, что оба эти гения вышли из гения Пушкина, и ни в коем случае нельзя их представлять как два дерева, расходящиеся своими кронами. Александр Сергеевич Рождествен говорит, что это все время диалогизирующие друг с другом литераторы и мыслители, и корень у них один – это русская культура и многонациональная российская, и Пушкин. И вершины у них, конечно, у каждого своя, но они все время идут рядом. Начну далее. Рождествен размышляет о том, что Толстой – оригинальный, но не менее глубокий верующий человек, чем Достоевский. Он столь же глубоко интересуется вопросами христианской философии, мировой религии, как и Федор Михайлович Достоевский.
Важнейшая его задача, размышляет Рождествен, это выдвинуть перед собой нравственный закон и непреложно этому закону следовать. Здесь мне хотелось бы сделать очень небольшое, но чрезвычайно важное лирическое отступление, связанное с забытым, увы, ныне открытием казанского литературоведения. Современник и коллега Александра Рождествена Николай Фирсов примерно в ту же эпоху начала XX века, размышляя о другом, тоже очень значимом писателе и нашем земляке, Гавриле Романовиче Державине, сказал, что любого писателя, не только в России, но и в мире, который оказывает глубочайшее воздействие и на современников, и на потомков, надо уподобить не просто гению, не просто талантливому писателю. Его можно сравнить с некой, и это вот слово открытия Николая Фирсова, мыслительной единицей, которая становится центром для измерения всей культуры и не только определенного времени, но и во все последующие эпохи. Толстой в полном смысле слова к началу XX века становится той самой мыслительной единицей, как и его предшественник, в диалоге с которым он тоже находился, Гаврила Романович Державин. Вернемся к Александру Сергеевичу Рождествену. Чем еще интересны его размышления о гении Льва Николаевича Толстого? Рождествен приходит к выводу, что Толстым был открыт новый тип героя. И опять он вступает в полемику, а это тогда было очень рискованно, с находящимся в зените славы Дмитрием Сергеевичем Мережковским. Не буду дословно цитировать классика Серебряного века, скажу лишь наиболее опасное с точки зрения Рождествена суждение этого человека, который действительно иногда впадал в крайности. Так вот, по мысли Дмитрия Сергеевича Мережковского, у Толстого нет настоящих героев в классическом смысле этого слова. Все его произведения насыщены исключительно автобиографизмом и идущими от разума, от рассудка, от рацио монологами. Поэтому он говорит о том, что размышлять о типаже героя открытым Толстым достаточно спорно. Рождествен и тут очень точно, очень глубоко, просто в корень видя проблему, говорит о том, что, безусловно, тип толстовского героя и в русской, и в мировой литературе существует, и для доказательства он приводит три самые важные идеи, которые стали основой нравственной программы, кстати, и самого, конечно, Льва Николаевича Толстого, и тем паче его любимейших героев, начиная от трилогии «Детство, отрочество, юность» и заканчивая поздним романом «Воскресение». Это, во-первых, строгое следование семейной нравственности. Во-вторых, это упорное искание истины, согласитесь, кто иной, как не Лев Николаевич Толстой, открыл бы это. И, наконец, это безмолвное страдание за правду. И Ольга Олеговна вспоминала Евгения Александровича Евтушенко, вот этот рефрен, который идет еще от правды кодекса Ярослава Мудрого в Древней Руси. И действительно, слово «правда» становится узловым для российского многонационального менталитета. Продолжая свои размышления, Александр Сергеевич Рождествен абсолютно не согласен и с Мережковским, и с его коллегами, и в том, что Толстой, а было и такое время, Толстой – это эгоист, это человек, успокоившийся и совершенно мало интересующийся заботами мира. Начинает Рождествен как талантливый педагог и директор гимназии, о чем я не зря вначале сказал, с простых самых страниц биографии зрелого и в зените славы находящегося Льва Николаевича. Толстой в Ясной Поляне осуществил уникальный образовательный проект, создал школы, где со всей страстностью пытался и не без успеха отстоять новое и лучшее в российском образовании. И не менее важно – для Толстого постоянное неравнодушие или, как замечал Александр Сергеевич Рождествен, горячая любовь ко всему живому. Действительно,
У Толстого мы знаем произведение, где он пытается перевоплотиться в лошадь. У Толстого есть картина, открывающая повесть «Хаджи Мурат» о гибнущем и все равно пытающемся восстать из мертвых растений. И все это Лев Толстой, все это уникальные его взгляды. Если еще одно сделать отступление, нужно будет сказать, что, конечно, размышления Александра Сергеевича Рождественна не возникли, безусловно, к гордости Казани, что Толстой ко всему прислушался. Может быть, даже что-то прошло мимо него. Но сам факт попытки вступить в диалог с классиком более чем показателен. Именно журнал «Волжский вестник», еще вовсю Лев Николаевич находится в зените славы, решает дать панораму эволюции творчества этого гения. С одной стороны, начинают публиковаться обзоры ранних его произведений. Между прочим, Лев Толстой не очень любил, когда в «Зените славы» ему напоминали о его первых литературных шагах. «Волжский вестник» и его авторов это не остановило, поэтому появляется серия публикаций, например, о романе «Детство». Причем не только какие-то вспоминаются знаковые суждения, например, критика Николая Гавриловича Чернышевского и его знаменитые потом суждения на всю Россию о диалектике души как методе Толстого. Вспоминаются суждения известного критика и литератора Анненкова. Он также известен тем, что первым биографом Пушкина стал. И «Волжский вестник» эти материалы перепечатывает со своими комментариями. Это на одной чаше весов начало пути вспоминают вся элита, вся интеллигенция Поволжья. Параллельно с задором истинно достойным уважения «Волжский вестник» старается держать своих читателей в курсе новейших событий и даже с опережением дает анонсы некоторых произведений, неслыханная дерзость, если мы подумаем, которые Лев Толстой только еще пишет. Кому-то, мобильным журналистам, стало известно, что Толстой работает над повестью «Хаджи Мурат». И тут же, иногда с опережением на год или в несколько месяцев уж как минимум, появляется публикация в журнале «Новая повесть графа Льва Толстого». Или появляется весть о том, что Лев Николаевич работает над своей нашумевшей потом драмой «Живой труп». Пожалуйста, тут же откликается «Волжский вестник», новая драма Льва Толстого. Опять же, мы не знаем, нравилось ли Толстому такое опережение событий или нет, но сам факт заслуживает всемерного уважения. Перейдем к следующей интересной подстраничке, связанной с эволюцией взглядов авторов «Волжского вестника» на Льва Николаевича Толстого, на его феномен, на его творчество. Так или иначе, за три десятка лет в журнале прошло три эпохи, иногда вот они так спрессовываются в одну точку. Первая эпоха, я немного уже о ней упомянул, это 1880-е годы, когда Лев Николаевич Толстой попадает даже под нож, так уж жестко придется сказать, критического анализа. Его не всегда во всем наши, скажем так, красиво и патриотично принимают и понимают. В 1890-е годы, и опять «Волжский вестник» опережает и многие столичные издания, начинается другая эра, начинается детальное изучение и очень профессиональное даже на современный вкус и взгляд произведений Льва Толстого. И именно в 90-е годы, напомню, в 1894 году Николай Загоскин начинает публиковать серию своих критических, критико-биографических этюдов о Льве Николаевиче Толстом. Ну и, наконец, самая интересная, может быть, даже интереснейшая эпоха – это 1900-е годы, когда и
в зените славы окончательно уже закрепляется Лев Николаевич Толстой, писатель мирового уровня, и «Волжский вестник» – сложившийся журнал со своими взглядами, со своей позицией. Вот на этом самом этапе мне хотелось бы остановиться подробно, потому что здесь во всей пестроте сложилось, собственно, представление, даже сложились во множественном числе для Толстого ведения. Обратили внимание авторы публикации в «Волжском вестнике» на то, что Толстой не только поликультурен и полилитературен, он еще полидисциплинарен. Поэтому, например, прошла серия публикаций о немецкой юридической школе. На всякий случай, не обижая уважаемое высокое собрание, напомню, что Лев Николаевич Толстой учился у нас именно на юриста. Так вот, в начале 20 века некая немецкая юридическая школа, возглавляемая профессором Листом, исключительно на материале произведений поздних Льва Толстого выстроила целый цикл своих работ. А сам глава этой школы, господин Лист, даже открыл актовую свою лекцию разбором позднего романа Льва Николаевича Толстого «Воскресение». Кстати, Толстому, кроме всего прочего, и здесь удалось сказать совершенно уникальное слово. Роман «Воскресение» – это последний роман XIX века, 1899 год. Да, пытались потом символисты и многие другие, но это уже было порубежье, и все позже. Так вот, именно разбором этого романа, правда, разбором критическим, глава немецкой юридической школы и занялся. Сразу уточню, что самое пристальное внимание немецких юристов обратили на себя три категории нравственных воззрений Толстого. Это преступление, наказание. Казалось бы, Достоевский только что об этом писал. Нет, они его пока не восприняли в этом ракурсе. И любовь. Вообще совершенно другое понятие, не вписывающееся никак в философию юриспруденции, но тем не менее вот эта триада. Еще один очень важный момент, который можно считать и эпилогом, возможно, небольших моих размышлений на сегодня, в начале уже развернувшегося 21-го столетия издатели и авторы «Волжского вестника» задаются вопросом, как определить то самое важное, что хочет сказать российской цивилизации, мировой цивилизации Лев Николаевич Толстой. И они формулируют очень емко и очень просто. Мне хотелось бы эти слова и привести в завершение. Лев Толстой взволновал и будет всегда волновать нравственное сознание современного общества, обратите внимание, это не только ему современного, а на каждом этапе современного, и всего человечества. Спасибо за внимание.